Всем привет, с вами снова Мистер Майн, и сейчас я расскажу, как построить динамитную пушку в Майнкрафт. Вот. Сейчас я покажу, как она работает на моем на моей стене из блоков. Только для начала мне еще нужно поставить пару повторителей. Так, нажимаем две кнопки и смотрим. Ну, мне надо поставить, найти ту комбинацию, при которой, если динамит упадет на эту стенку, он взорвется. Итак, давайте построим эту пушку. Ставим ее основу. В моем случае это железные блоки. 3 в ширину и 7 в длину. И еще два блока, ну, чтобы нормально на кнопки нажимать. Так, и теперь делаем края нашей пушки. И ставим, наконец, дуло, любой полублок. И с другой стороны то же самое. Так, отлично. Теперь проводим редстоун. Так. И на другую сторону то же самое, только поднимаем на один блок. Вот так. Теперь ставим вот такой вот, как сказать, столб. Вот и делаем такую же линию из редстоуна. Только тут мы ставим повторители с любой задержкой. Если не поставите задержку, то... А, да. Задержка нам нужна для того, чтобы когда динамит улетал, он взорвался дальше. Если не будет задержка, он взорвется прямо в дуле. Но это, я думаю, нам не нужно. Так, ну, вот еще один блоки. Так, ставим кнопки вверх и вниз. Теперь под этот полублок заливаем воды. Вот. И ставим сюда полублок, чтобы динамит не отлетел никуда. Ну и все, можем заряжать пушку. Вот так она заряжается. Нажимаем сначала нижнюю, потом верхнюю кнопку. На этом все, с вами был Мистер Майн. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч.